Суд вынес приговор организаторам взрыва в Мелитопольском отделении Ощадбанка. Напомним, этот инцидент произошел прошлым летом. 2 июня в разгар рабочего дня в отделении банка в центре Мелитополя прогремело 2 взрыва. Тогда пострадало 38 человек. Многие из них попали в больницы с тяжелыми осколочными ранениями. Первого подозреваемого милиция задержала в тот же день на вокзале, а второго спустя несколько суток в Крыму. Около года шло следствие и судебное разбирательство. На днях апелляционный суд Запорожской области признал подозреваемых виновными в совершении преступления. Приговорили подсудимых к 14 и 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, преступникам придется возместить моральный и материальный ущерб в размере более 700 тысяч гривен.